Рыбакит, папа рисует. Привет, друзья! Вы на канале Рыбакит. Меня зовут Ваня. Сегодня мы рисуем динозавриков из мультика Диносити. Так что приходите с нами и рисуйте. Для работы нам понадобится сегодня плотный лист бумаги. К примеру, альбом. Вполне подойдет один. Один. Пока что нужен один. Мы будем делать подделку. И первую будем делать динозаврика фиолетового. Это девочка. Я познакомлю тебя, если ты еще не знаешь такой мультик, то вместе как раз и узнаем. А потом пойдем посмотрим. Вот так положи лист. Будем рисовать и раскрашивать. Сначала сложим его напополам. Этот листик напополам сложим, чтобы у нас была подделка. Классная, простая подделка, но классная. Сложим напополам и прогнем. Мы сделаем подделку, с которой можем играть. Это будет игрушка самодельная. Теперь рисуем Тиру. Это такая девочка Тира. Ей 8 лет, и она ходит уже в школу, так что мы ее сейчас нарисуем как положено. Так, смотри, она легко рисуется. Надеюсь, что у меня получится с первого раза. Мелок бери, или фараломастер, или черный карандаш. Рисуем большую голову. Вот так вот вверх спинку рисуем. Спинку. После этого большую голову. Большая у него голова, большая вот эта динозаврики. Она маленькая динозаврика, но голова большая. И хвостик. Это такой простой мультик, ну, простой, интересный, рисунки простые, если вы будете повторять, то получится просто. Я бы сказал, что мы рисуем сапог или букву Р, да, вот у нас получилось. Мы еще раз обведем, получился тело динозаврика. У нашей девочки есть три, на спине три таких колючки, но они добрые, а она совсем не старается колоться, такая вот. У нее есть глазки, нарисуем два глазика. Два кружочка посередине. Довольно больших. Рисуй прям большие кружочки. И она будет смотреть, к примеру, вот сюда, вот сюда. Будет смотреть направо. Направо она будет с нами играть. Что у нее есть еще? Дай-ка подумать. Ротик есть. Ротик. Она добренькая, ходит в школу, учит. Все ей интересно. Ох, мультик такой интересный мультик. Ей все интересно. И у нее есть братик. С братиком чуть попозже познакомимся. Вот она девочка получилась. Ну, у нее есть, конечно, ручки и ножки. Мы это тоже сейчас нарисуем. Вот ручку нарисуем вот так вот. Нет, ножку, ножку. Начнем с ножек. Вот так вот. Две ножки. Черненьким порисуем. Потом раскрасим все это. Черный. Так, две ножки. И, я думаю, две ручки тоже. Вот так одну ручку нарисуем вниз. Будем рисовать ручки, чтобы было понятно, да? И вторую ручку вот так вот. Сюда. Вот так. Классно. Давай теперь поскорее все это раскрасим. Но я скажу, что мне хочется вот здесь ту же самую Тиру нарисовать. Эта Тира, она у нас получилась. И я хочу здесь справа и слева, и с обоих сторон нарисовать Тиру. Довольно сложно, но я думаю, у нас получится. Если мы с тобой вместе вырежем, так как наш листик сложен, мы можем вырезать и закрасить спинку тоже. Так что давай это сделаем. А потом раскрашивать будем. Так у нас точно получится. Смотри, вырезаем. Раз, раз, раз. Я не стараюсь вырезать очень точно. Я стараюсь оставить белые поля около моего динозаврика. И это будет классная игрушка на палочке. Палочку я тоже уже приготовил. Сейчас мы будем еще одну Тиру рисовать. Давай так, раз, вырезаем. Вот в этом плане, мне кажется, здесь может помочь мама, папа. Потому что вырезать довольно сложно малышам с самого начала. Но если мы постараемся, то, в принципе, я думаю, у нас получится. Раз, два, три, четыре. Я стараюсь вырезать попроще. И я считаю, что вначале лучше вырезать так. Попроще. Вырезаем, делаем немножко тяп-ляп, но зато получается здорово, быстро игровая такой момент. Мы не срываем его на долгие вырезания, когда человек утомляется, и у нас получается фигурка. А если мы раздвинем, то у нас получается две фигурки. Давай перевернем нашу фигурку и здесь нарисуем еще одну Тиру, такую же, похожую. Вот так у нее идет хвостик, сюда идет у нее спинка, хвостик вверх, голова. Голова. Стараемся также аккуратно нарисовать треугольнички. Вспоминаем все детали, которые у нас были. Значит, голова, тело, хвостик, три треугольничка, колючки, да? Дальше. Ножки ее тоже так же делаю, тоже. И ручки. Ручки, ну, примерно так же, ну, примерно они такие же. Примерно она, но она идет уже налево, да? Так, что же она будет делать у нас? Я, честно, не знаю, но мне кажется, она будет у меня очень сильно улыбаться. Так, знаете, такая радоваться. Мне хочется так сделать. Я сделаю вот так вот. Ручки, у нее глазки будут жмуриться от радости. Она просто радуется.
вот такая вот тира. Теперь будет волшебство, смотри. Мы раскладываем наших тир налево и направо, и теперь будем раскрашивать две тиры сразу. Берем акварельную краску, фиолетовый или розовый цвет. Мне нравится и тот, и другой, и вообще все цвета хороши. Можешь выбрать свой цвет для тиры. Что любит? Любит все делать правильно, хочет добиться успеха, наша девочка Тира. И мы сделаем тоже ей успех. Возьмем фиолетовый цвет и раскрасим нашу Тиру. Но будем светлый фиолетовым раскрашивать. Так, нежный, нежный фиолетовый цвет. Тело раскрашиваем, раскрашиваем, раскрашиваем. О, какая девочка. Мне нравится раскрашивать акварельной краской. И такая техника, которую в последние разы я использую все больше и больше, это раскраска акварельной краской уже по готовому рисунку, который мы с вами делаем сами. Мне кажется, это самая такая полезная штучка. Во-первых, уже не понадобится вам новых раскрасок, потому что ребята сами рисуют и сами раскрашивают. Вдвойне интереснее. А раскраски всегда раскрашивать немного меньше интересно, чем свои раскраски, которые ты сам сделал. Очень легко раскрасить нашу тиру было, потому что она просто фиолетовая. Но возьмем побольше фиолетового, очень-очень темно-фиолетовый цвет. И закрасим вот наши детальки. Три колючки нашей тиры будут очень сильно закрашены фиолетовым цветом. И надо минутку подождать, когда они высохнут. Я думаю, это быстро. Детская акварелька сохнет хорошо и классно получается. Такая вот тира. Здорово, мы будем делать игрушку. Пока она сохнет, мы приготовим все нужные детали для нас. А какие для нашего динозаврика нужны детали? Это клей. Клей ПВА и палочка. Палочка, к примеру, мама, если или папа заказывал суши, вполне подойдут такие палочки, чтобы приклеить. И у нас получится классная штука. Так, перевернем его, потрясем наш клей, положим. Так, теперь нашу тиру надо положить и как-то покрасить. Давай так, по очереди берем клей, тиру, вот эту тиру берем, переворачиваем и наносим много клея. Это не так много сегодня будет таких штук, но зато у нас появится игрушка. Наносим клей. Я наношу его побольше, прямо так, раз, побольше. И ей понадобится несколько минуточек, чтобы высохнуть. Я думаю, мы пока наклеится, сделаем ее братика, которого тоже здорово будет нарисовать. Теперь соединим, но не сразу. Сначала у нас есть палочка. Мы положим палочку посередине. Нальем еще немножко клея. Вот здесь, на палочку. Если у тебя есть палочка от мороженого, то тоже будет здорово. Ну, с мороженым тоже здорово. Только она чуть-чуть покороче. Но все равно будет классно. Так, теперь соединяем. Соединяем наших тир, две тиры, и минуты две нужно, чтобы она подсохла. Вот так вот. Это очень легкое задание. Ну, правда, она не сложная, потому что вот так можно потом крутить, и у нас получится тира, которая очень сильно смеется и уходит налево. А если мы повернем, то просто тира, которая радуется, и идет направо. И можно играть этим динозавриком. Если ты сейчас что-то сделаешь, то обязательно поделись в телеграм-канале. Мне очень интересно посмотреть, какая твоя тира получится. Нужно соединить тиру, вот так вот, прожать ее немножко и положить, чтобы она высохла. Пока она сохнет, мы нарисуем ее братика. Вот уже почти можно играть, но немножечко стоит подождать, когда она все-таки высохнет. Тира классная, и ей можно играть. Я сейчас буду играть. Мне очень нравятся такие игрушки. А пока она сохнет, я тебя зову на наш телеграм-канал Рыбакит. Поприсуюсь, минут может поделиться. А через минуту мы начнем лепить и рисовать. Рисовать Рики, ее братика. Он такой классный и оранжевый. Тоже так же сделаем. Так что не уходи, мы здесь. Черт, пошевелю. Вот такая вот штука. Если смотришь на ютубе, то это правда легко. Вот она сохнет, буквально на минутку сохнет. А игрушка надолго останется с вами. Потому что это действительно такая, знаете, игрушка. Пришла домой, поделка. Самая такая банальная. Но так прикольно ей играть. И уже, ох-ох-ох, как весело. О, это я знаю. Ты знаешь, что такое Рыбакит? Не знаю. Но мне кажется, ты очень веселый парень. О, да, я умею рисовать. У-у-у, что говорить? Ну, я пошла. Вот так вот я играю этими игрушками. Так что сейчас начнем дальше рисовать друзей. Все,